конечно, обидно проигрывать игру, в которой большую часть времени мы вели в счете, но надо отдать должное «Динамо» средства. Они постоянно оказывали давление, постоянно атаковали, постоянно нагнетали, и в конце концов все-таки мы не выдержали это давление и пропустили три гола. Хотя, когда нам надо было уже отыгрываться, мы перестроились, стали активнее играть на атаку, и у нас были очень хорошие моменты для того, чтобы перевести матч в овертайм. То есть наша команда сегодня очень хорошо играла по счету, то есть когда надо было обороняться, мы довольно компактно и грамотно оборонялись. Когда возникла необходимость забивать гол для того, чтобы спасти эту игру, мы стали активнее играть на атаку. И у нас были хорошие, повторюсь, были хорошие моменты для того, чтобы перевести игру в дополнительное время. Но в то же самое время отдадим должное «Динамо» место. Хорошая команда, хорошим подбором футболистов. За наши ошибки они дома всегда играют позиционно. Для них большая проблема, когда скоростная группа атаки готова всегда убежать во встречную атаку. Вот. Да. То есть добавила ли нам уверенности игра в первом круге? Ну, безусловно, потому что многие помнят ту игру, помнят, как мы уверенно контролировали ход игры на протяжении большего времени, большей части времени матча. Ну, там два стандарта все перевернули в той игре. Ну и еще также стоит добавить, что и Жодина здесь забивала, и Минск вообще выиграл. То есть простых игр, таких последних у «Динамо» Бреста, даже по счету с Жодиным, да, 4-1, но по игре очень непросто все это было. Поэтому, да, мы неудобная, колкая команда с быстрой группой атаки. Приятно возвращаться в родной город, и вдвойне приятно, что в моем родном городе такая атмосфера на стадионе, такой антураж. Ну, то есть, если бы у нас все игры чемпионата проходили на таких стадионах, при таком количестве зрителей, у нас бы футбол далеко вперед ушел от того места, где он сейчас находится. Поэтому я очень рад за Брест, что если бы побольше таких команд появлялось у нас в чемпионате, все бы было по-другому у нас. Хотя у нас не сказать, что что-то не так. Да, где-то что-то не так, но мы потихонечку развиваемся. Если бы было больше таких матчей, мы бы развивались намного быстрее. Я очень рад, что мы сделали этот шаг. Следующий раунд Белорусской Кубаку, потому что это нам дает большое время и в следующем году вообще подготовиться на четвертьфинал. Игра сегодня с нашей стороны была медленна, очень таких тех технических ошибок и у тех игроков с таким опытом. И в первом тайме, я думаю, уже как бы не была такая доверие в сам себе, было много мячей, уверенности, было много мячей. Игрок сам мог отвернуться с мячом и играть вперед, играл зас назад. Также в втором тайме был чуть-чуть лучше, не в той технике, ale в таком том желание победить в этой игре, потому что ты ошибки технические остались, ale желание и характер этой команды ve второй тайму byla большая смена. Первый тайм и второй тайм. Takže сегодня нет хорошая игра, ale taky ten хорошее настроение, характер команды, которая победила сегодня.